Открыть этот кокос не так-то просто. Он пустой, водички внутри нет, очень легкий, но все равно я решила его открыть. Чтобы его открыть, нужно почистить эту кожуру. Ее, короче, отковырять очень сложно. Использую ножик. Вот такой вот. Вот, и пытаюсь, короче, брать эту кожицу. Вот такая нудная работа. Долгая. Очень много кожи, очень толстая она. И, короче, это вросшая. Это брать ее легко бывает. Не могу вырвать. Вот, и вот так шаг за шагом. Короче, чистим кокос, пока не дойдем до самого ядра. Вот. А ядро, конечно же, маленькое. То есть нам это вся вот эта кожа. Надеюсь, там вообще есть что-то нормальное. В общем, как я его открою, я вам покажу. Так, вот половину почистила, даже больше. Вот сколько кожуры здесь. И вот маленький кокосик. Вот вся эта его шкурка. Я думаю, что я не буду его полностью весь чистить. Вот уже дырочки видно. Просто я его разобью молотком. Наверное. И оттуда достану мякоть, если она там есть. Посмотрим. Так. Берем молоток. Он как жесткий, блин. О, взломала. Блин. Нафиг, пустой. Ну вот. Зря я его расковыривала. Вот, ничего там нету. Пустой абсолютно. Жалко. Столько времени потратила. Ну, короче, если вы видите такой легкий кокос, водичка там не булькает, значит, не нужно его и ковырять. Вот так вот. Опыт такой. Какая-то водичка льется отсюда. Не знаю, что это за водичка, можно ли ее пить. Короче, посмотрим. Но вот пока внутри ничего не вижу. Сейчас открою. Так, вот кокос, который я чистила очень долго. Вот водичка с кокоса, которая вышла оттуда, кокосовая водичка. И сейчас я кокос на две части пробила, и надо его открыть теперь. Та-ра-ра-дам! Ура! У меня получилось! Хотел помогать, поэтому я все сама сделала. Сейчас будем пробовать.